Шатов. Вицель. Кришита. Дани. По Смольникову. И он пробивает и забивает. Ох, какая комбинация, а! Дани увидел, а Смольников, он начал стартовать. Он был от защитника метров, наверное, 10-15. И начал, и Дани увидел это подключение. Да, это великолепный гол. Красивый, умный гол. Такое вы исполнение. 1-0. Прозевали защитники. Вообще, по идее, крайнего должен страховать центральный. То вообще здесь все было отыграно. Ну, смотрите еще раз. Конечно, великолепный пас по исполнению. А седьмой номер — это был Джуджик. Он даже не ожидал. Посмотрите, видимо, он прозевал, что ли. Я не знаю, как. Посмотрите, как он инертен. Он инертен. Он не чувствует, что Смольников бежит. Не чувствует. Он посмотрел еще направо. Нет ли там за Бютнера, может быть, за его спиной. Ну, в общем, 1-0. Зенит повел. Игорь Смольников. Игрок сборной России Игорь Смольников. И, мне кажется, один из лучших будет сборной России. Он хорошую форму набрал.